Река Уда, район мясокомбината. Ежедневно на этом участке водитель выезжает на лед, несмотря на запрещающий знак. Не прошло и 10 минут, а на горизонте уже показался первый нарушитель. Похоже, водитель этого такси постоянно передвигается по этому маршруту. Я знаю, с кем ездите, как ездите, где ездите. Ну вы не считаете себя как-то виноватым, да? Нет, не считаю, все. Если некоторые водители знают, где можно ездить, несмотря на запрет, то другие просто-напросто интуитивно поворачивают на народную тропу. Да я не знал, не в курсе был. Да, может, переезжаете? А вообще часто так переезжаете? Не, первый раз. Я вон недавно приехал. Вижу дорогу туда, хотел сократить путь. А между тем выезд на лед на территории столицы запрещен. Разрешенных переправ нет. На нерадивых водителей составляется протокол согласно кодексу об административных правонарушениях. Стоянка и движение запрещена в водоохранных зонах рек в зависимости от длины реки. Предусматривается штраф от 3000 до 4500 для физических лиц. Отмечу, что с начала этого года за выезд на лед в черте города оштрафованы более 10 водителей. В связи с теплой погодой подобные рейды продолжатся. Автовладельцы в очередной раз просят не испытывать судьбу. На первый взгляд лед кажется толстым, но имеются довольно опасные участки. Это перегибы, подземные источники, а также очень опасный лед под сугробами. Батыр Ламбаев, Евгений Павлов. Новости дня.